Тема нашего сегодняшнего семинара – это основы программирования и структура кода. Данный семинар призван рассказать о том, что представляет из себя программирование как дисциплина, как современное направление науки и с какими проблемами можно столкнуться при изучении данной дисциплины, а также буквально несколько слов сегодня будет сказано о том, собственно, какую роль играет код, играет текст программы в написании современного программного обеспечения. Прежде всего, данный курс призван объяснить и дать ответ на вопрос, собственно, насколько сложно или просто учить программирование, с какими вопросами сталкивается человек, изучающий эту дисциплину и так далее. Ну вот давайте, собственно говоря, к этим вопросам и перейдем. И первый вопрос, на который хотелось бы мне ответить, это вопрос такой. Первое, с чего я хотел бы начать, это, собственно говоря, что нужно знать программисту, да? Что вообще такое программирование? Ответ на этот вопрос на самом деле очень простой. Вне зависимости от того, что знают о программировании современные специалисты, очень часто оказывается, что эти знания неполные. И самый популярный ответ – это то, что программирование – это набор программ. Это, конечно, не так. Программирование – это не набор программ. Программирование – это решение задач при помощи EVM. Любые, абсолютно любые задачи, так или иначе связанные с современным программируемым устройством, будь то серьезная задача, связанная с написанием операционной системы, или разработка программы, управляющей современной стиральной машиной, все это в конечном итоге программирование. И поэтому для того, чтобы заниматься программированием, нужно запомнить прежде всего то, что программирование – это, естественно, научная дисциплина. Как физика, химия, математика. Для того, чтобы изучать программирование, нужно обладать базовыми знаниями в области алгоритмов, математики, конечно же, безусловно, английского языка, того, что называют техническим английским языком. И нужно знать, в каких областях применяется программирование. В современном мире программирование применяется в 6 ключевых направлениях, в которых, собственно говоря, работают специалисты в IT-области и с этими областями, собственно говоря, чаще всего сталкиваются на практике люди. Первая область, в которой применяется программирование, это так называемая область, ну, скажем так, в кавычках, математика. Почему в кавычках? Ну, потому что тогда, когда программирование появлялось, кстати, это было уже достаточно давно, это были 70-е годы 19 века, прежде всего именно к математике обращались люди, разрабатывавшие первые в мире компьютеры, электронно-вычислительные устройства. Но только они в основном решали, конечно, расчетные задачи. Сейчас под математикой мы подразумеваем написание не только расчетных, но и функциональных программ, создание операционных систем, драйверов и различного рода технологий. Надо сказать, что программирование – это прежде всего именно создание, скажем так, души некой программы, разработка того, что скрыто внутри современного программного обеспечения. Поэтому мы и пишем сейчас название этой области в кавычках, потому что современная программа в конечном итоге – это по-прежнему математика. Никакой цифровой звук не может быть лучше аналогового, потому что аналоговый звук записывается в реальности, а цифровой звук, несмотря на то, что он может быть очень качественным, это в конечном итоге нолики, единички, синусы, косинусы, интегралы, некая математика, сидящая внутри соответствующих программ. Соответственно, вторая область программирования, уже такая более, возможно, прикладная с точки зрения непосредственно машины, с точки зрения аппаратной части современного компьютера, это системное программирование. Системное программирование – это тоже очень важная область, в которой работают современные специалисты. Системное программирование – это создание драйверов, это защита систем, защита информации, это создание операционных систем. Это очень интересная, обширная область программирования, но специалисты в этой области обязаны обладать определенными знаниями.
Понятно, что специалист, работающий в области математики, должен разбираться, ну, если он, например, хочет написать новый музыкальный формат, в том, как хранится музыка на компьютере, как она обрабатывается. Специалист по системному программированию должен знать, собственно говоря, очень простую вещь. То, что во всех вакансиях, везде в интернете описывается магическим сочетанием символов C/C++. Без знания этих двух фундаментальных языков программирования, конечно, в области системного программирования делать нечего. Третья область, в которой применяется программирование, это прикладное программирование. Прикладное программирование – это программирование, связанное с решением повседневных задач. Это создание редакторов, это создание каких-то специализированных программ для упорядочивания человеческой деятельности, это органайзеры, календари и так далее. Когда-то частью прикладного программирования были даже и компьютерные игры, но уже довольно-таки давно компьютерные игры стали совершенно самостоятельной частью программирования и относятся сейчас прежде всего к индустрии компьютерных игр. Это совершенно особая, отдельная область программирования. В компьютерных играх сейчас существуют самые разные технологии. Особенно школьники очень любят задавать мне вопрос, на каких языках пишутся компьютерные игры. Правильный ответ на этот вопрос очень простой. Собственно говоря, на всех подряд. Сейчас на всех абсолютно языках программирования пишутся компьютерные игры. Так вот, собственно, компьютерные игры сейчас это совершенно самостоятельная область, и о ней мы не говорим. А вот прикладное программирование было и остается одной из самых больших областей программирования, и сейчас большая часть задач, конечно, решается именно в этой области. Сейчас появился даже такой специальный термин, как программирование бизнес-логики. Программирование бизнес-логики – это, прежде всего, и есть прикладное программирование. Именно бизнес-логика в основном сейчас пишется большей частью программистов. Есть совершенно самостоятельные технологии, позволяющие решать подобные задачи. Ну, применительно к нашей стране стоит выделить систему 1С, которая прежде всего решает именно прикладные задачи в определенной предметной, как говорят, области. Это управление предприятием, бухгалтерия. Совершенно замечательная технология, которая является абсолютно самостоятельной, самодостаточной и используется для решения прикладных задач. Но есть и принятые во всем мире технологии. Это, конечно же, например, язык программирования Java. В отличие от системы 1С, Java – универсальная технология программирования, построенная на синтаксисе языка C и являющаяся одним из самых популярных современных языков программирования для решения прикладных задач. Четвертая область программирования – это область, появившаяся тогда, когда начали развиваться и активно совершенствоваться компьютерные сети. Это веб-программирование. Область веб-программирования – это тоже очень интересная область программирования, совершенно самостоятельная, особая, в которой сейчас решается огромное количество самых разных задач. И очень интересная область. Наиболее известные технологии в этой области, которые сейчас активно используются специалистами, это, конечно, например, язык PHP, язык программирования, также построенный на синтаксисе языка C. Вообще, ну вот, собственно говоря, уже в очередной области я что-то говорю про язык C, и, ну, наверное, это имеет некий смысл, к этому я еще вернусь. Дальше идет следующая область программирования, которая появилась относительно недавно. Это область программирования внутри уже каких-то существующих программ. Это так называемые скрипты. Скриптовые языки программирования появились достаточно недавно. Они появились в программировании, связанном с автоматизацией работы уже имеющихся систем и программ. Наиболее распространенные технологии – программирование скриптового, это может быть управление базами данных, это могут быть решения каких-то задач внутри существующих систем. Ну, наверное, здесь стоит привести в пример такие замечательные технологии, как базы данных Oracle, очень мощные решения компании Microsoft, такие как SharePoint технологии и прочее.
Все это в конечном итоге связано именно со скриптами, скриптовыми языками программирования, которые тоже очень интересны, совершенно самостоятельны и предназначены для решения, опять-таки, конкретных специальных задач. Ну и, наконец, шестая область программирования, которая еще моложе, чем скриптовая, это программирование мобильных приложений. Мобильные приложения – это программирование, связанное прежде всего с современными мобильными платформами. Но и не только это. Программирование может быть расценено как мобильное. Мы не говорим о создании прикладных программ для современных телефонов, о создании каких-то компьютерных игр. Сейчас мобильное программирование мобильных приложений, мобильные какие-то специализированные программы используются в самых разных областях человеческой деятельности. Это и военная сфера, так называемые знаменитые армейские коммуникаторы и планшеты. Это и геологоразведка, это и ресурсодобыча. В конечном итоге все это так или иначе тоже связано с мобильными приложениями. Вот эти шесть областей являются в данной области, в данном направлении ключевыми. Надо сказать, что мобильные приложения – это действительно самая современная технология среди вот всех тех шести пунктов, которые сейчас выписаны и которые я сейчас озвучил. Но есть и другие области программирования, и менее современные, и более современные. Здесь выписаны ключевые шесть. Те области программирования, в которых программирование как наука применяется совершенно самостоятельно, по существу, осмысленно и позволяет решать совершенно разные, не похожие друг на друга задачи. Дальше появляется второй вопрос, который тоже нужно понимать и нужно уметь на него отвечать. Это, собственно говоря, что нужно знать программисту, да? Какие знания, какими знаниями должен обладать программист? И на самом деле на этот вопрос очень несложно ответить. Естественно, программист должен прежде всего обладать железной логикой, поэтому первое, что должен учить программист, это как пишутся логические конструкции, как создаются, реализуются алгоритмы. Дело в том, что при написании программного обеспечения лишь 10, ну может быть 20% успеха это будет знание языка программирования. Остальные 80, а скорее всего 90% успеха, это будет создание идеи, создание того, как программа работает. И здесь, в этом месте, мы должны также отметить, что иногда программисту придется иметь и знания в других областях. Совершенно невозможно создавать новое программное обеспечение, скажем, в финансовой сфере, абсолютно ничего не понимая в финансах. Дело в том, что для того, чтобы решать современные задачи, мы должны понимать, мы или только пишем код, или параллельно с написанием кода еще и придумываем программу. К сожалению, заниматься так называемым проектированием в реалиях того, как вот сейчас многие компании работают, не всегда удается. Только очень крупные компании, компании, занимающиеся разработкой серьезного программного обеспечения, понимают, что помимо программиста на работе нужно держать еще и, ну, как это сейчас говорят, аналитика, человека, который будет придумывать, как решаются задачи. Большая часть компаний, особенно небольшие компании, берущие программиста на работу, ну, скорее для решения каких-то повседневных, опять-таки, задач, прикладного программирования, да, они, эти компании, берут на работу специалистов, скажем так, широкого профиля. То есть вам придется и придумывать, как решить задачу, и писать код, и, возможно, даже тестировать этот код, проверять, насколько хорошо или плохо он работает. Поэтому, действительно, программисту, помимо железной логики, возможно, еще придется разбираться в той области, в которой он будет работать. Это не часто нужно, но, к сожалению, встречается. Дальше это, естественно, английский язык, то, о чем я уже говорил. Даже если вы идете изучать программирование, связанное с русским языком, в системе 1С, например, пишу по-русски, все равно периодически приходится читать документацию именно на английском языке, и поэтому технический английский, конечно, программист должен знать. А на что влияют знания программиста? На что влияет его опыт в конечном итоге? Вот это тоже очень интересный вопрос. На самом деле, это вопрос, на который, опять-таки, очень часто
многие специалисты отвечают неверно. Дело в том, что помимо того, что программист начинает с приобретением опыта работать качественнее, эффективнее, многие считают, что он начинает работать быстрее. Это, конечно же, не так. Дело в том, что программист не может просто так работать быстрее с приобретением опыта. Он начинает работать качественнее, он начинает видеть какие-то короткие пути, он начинает обходить подводные камни, но быстро работает за компьютером не тот, кто хороший программист, а тот, кто, ну, что называется, все соло на клавиатуре до конца прошел. Программист это прежде всего, опытный программист, это прежде всего человек, который умеет качественно, лучше работать новичка. И это действительно проблема, потому что многие компании считают, что если они возьмут на работу стажера, и у них уже есть в компании опытный программист, он этого человека чему-то сможет научить. Это миф. Программирование – это естественно научная дисциплина, как вот я сказал в начале своего рассказа. А значит, выучить эту науку можно только у профессионального преподавателя. Все же наверняка, кто учился или сейчас учится в ВУЗе, помнят какого-нибудь преподавателя по естественно-научной дисциплине, который был 10 раз член-корреспондент всех возможных академий наук, который там написал миллионы статей, но при этом не мог на лекции двух слов связать. Очень сложно рассказывать о естественно-научных дисциплинах. И поэтому ни опытный программист, ни там грамотный преподаватель, который при этом в программировании ничего не понимают, ничему вас не научат. Учиться программированию можно только у высококлассных специалистов, которые при этом еще и умеют преподавать. То есть у тех людей, которых там вот за рубежом, например, называют тренерами. Это специалисты высокого класса в своей области, которые специально учились для того, чтобы рассказывать о том, что они знают, и передавать свой опыт, скажем так, начинающим специалистам. Вот, собственно говоря, еще один такой важный вопрос. Соответственно, для того, чтобы качественно выучить программирование, нужно обязательно учиться у профессионалов. Дальше. Что еще можно сказать о программировании вообще? Это, естественно, то, что программирование, как естественная научная дисциплина, содержит в себе очень много понятий. Это такие понятия, как слово «алгоритм», которое на самом деле несложное, но очень важное. Это понятие программы и того, собственно говоря, из чего программа состоит. Это тоже довольно важный вопрос. Например, вот что такое интерфейс программы? Да? Дальше, помимо этого, есть такие вопросы, как, например, что такое память и как мы работаем с памятью. Это вопросы, касающиеся того, что представляет из себя в конечном итоге файл или, например, такая важная вещь, как переменная. Все эти вопросы в конечном итоге тоже требуют определенного пояснения, а значит, о них тоже нужно отдельно говорить. Ну, собственно, обо всех этих понятиях и говорится в нашем курсе «Основ программирования и баз данных». Но уже сейчас можно сделать несколько интересных замечаний на тему, собственно говоря, того, что здесь происходит. Например, многие считают, что память – это ну, нечто очень сложное, непонятное и абстрактное. На самом деле память очень легко себе представить, как просто-напросто банковское хранилище с ячейками под номерами. Кстати, не обязательно банковское хранилище. Можно также представить себе хранилище багажа на вокзале или еще где-то. Это набор ячеек, которые пронумерованы, в которые вы можете складывать полезные данные, будучи программой. Что такое файл, тоже очень несложно понять. А оперируя понятием файл, очень несложно разобраться, соответственно, в том, что такое база данных. Совершенно элементарно можно рассказать, из каких частей состоит программа. Вот я сказал, что такое интерфейс, да, интересный вопрос. На самом деле программа современная состоит из четырех частей. Это интерфейс, функционал, архитектура и внешние ресурсы. Ну вот и все. А дальше нужно уже, конечно, обсуждать и разбираться с тем, как пишутся программы, что с ними происходит, какой код в них,
собственно говоря, и какой смысл в них заложен. Все это программирование. Дальше. Как я уже сказал, знание кода – это лишь 10, может быть, 20% успеха. Почему? Ну, давайте, наверное, я это тоже как-то проиллюстрирую. Я сейчас выпишу две абсолютно одинаковые программы на языках C и Pascal, которые выполняют абсолютно одну и ту же задачу. Они складывают числа, натуральные, так называемые, от единицы до n, без использования каких-либо формул, то есть складывают эти числа в лоб подряд. Синтаксис, который я сегодня выпишу, это одна сторона медали. Гораздо важнее логика тех программ, которые я сейчас напишу. И вот для того, чтобы понимать логику тех программ, которые сейчас появятся на экране, для того, чтобы понимать, как устроены эти программы, вот как раз для этого и нужно уже и учить не только основы программирования, какие-то общие факты, рассказывающие о том, где, что, на каких языках делают, а прежде всего изучающие вопросы, касающиеся того, ну, собственно говоря, какие языки практически и для чего применяются. Это курсы программирования на языках C, C++, Java, а также курс программирования на языке Pascal, но он рассчитан на школьников. Перед тем, как я непосредственно перейду к примерам кода, что будет таким, да, неким заключающим аккордом моего коротенького рассказа о программировании вообще и о технологиях программирования в частности, хотелось бы сделать такое важное замечание, которое я обещал сделать. Это в какой цепочке учатся языки программирования? В каком порядке, как изучаются языки программирования? На самом деле здесь можно выписать строгую иерархию языков, если мы говорим о каком-то серьезном программировании, и она получается такой. Самый первый язык сейчас, который стоит в основе иерархии, это язык C. Язык фундаментальный, язык, появившийся на заре программирования, один из фундаментальных структурных или процедурных, как их еще называют, языков программирования. Именно язык C сейчас стоит у истоков всего остального программирования. Если вы уже знаете, что такое программа, что такое переменная, если вы уже выучили курс основ программирования и баз данных, то вам обязательно скажут, что дальше вы должны изучать именно язык C, если вы собираетесь заниматься каким-то серьезным прикладным программированием на современных языках типа Java, C-Sharp под Windows и так далее. Почему не Pascal? Ответ очень простой. Язык Pascal потихоньку уходит в прошлое. Если посмотреть статистику языков программирования, которые используются, применяются, насколько часто, насколько они популярны, а такая статистика в интернете есть, мы увидим, что последние 43 года на первом, не опускаясь ниже второго места, в этой таблице, в этой статистике стоит язык C. Все остальные языки программирования оказались менее универсальными, менее удобными, менее применимыми, что ли, в современном программировании, нежели язык C. Был Basic когда-то, ну, он сейчас мертв, есть Visual Basic, но это нечто другое. Язык Fortran существовал, ну, им ученые пользовались и до сих пор иногда пользуются, но все реже и реже. Поэтому остается именно язык C, который стоит в основе иерархии всех остальных языков программирования. А также язык C++. Фундаментальный язык программирования, но уже другого сорта. Это фундаментальный объектно-ориентированный язык. Знание языков C, C++ – это основные знания, которыми должен обладать современный специалист, пишущий программы на современных языках. Потому что на синтаксисе, на идеологии этих двух языков построена Java, построен язык C-Sharp, построен Swift, современный язык программирования для программирования под Apple, построен JavaScript, построен язык PHP, Perl и так далее.
практически все современные языки программирования так или иначе берут свое начало, свой отсчет от языка C, идеологически от C++. Для того, чтобы изучать современное прикладное, современное системное программирование, без знаний в области этих языков никуда уйти не удастся. Да, есть, безусловно, те технологии, которые необходимы специалисту в каждой конкретной области. Например, в веб-программировании нечего делать без знания HTML. Или, скажем, в скриптовых языках есть свои иерархии. Но для получения фундаментальных знаний, для получения знаний, прежде всего, позволяющих спокойно работать, если мы говорим, скажем, о студентах, спокойно учиться и решать какие-то задачи в ВУЗе, в какой-то последующей работе, то мы обязаны говорить о языках C и C++, которые стоят у истоков всего вообще. Но не стоит забывать и о языке все-таки Паскаль, который очень часто учат в школах, очень часто учат до сих пор в вузах. Этот язык более наглядный и более простой для понимания. Собственно, именно поэтому сегодня, сейчас, я и покажу две программы, написанные на этих двух языках, C и Паскаль, двух фундаментальных языках программирования, которые, собственно говоря, и позволяют решать различные задачи. Значит, соответственно, давайте этот код я и начну выписывать. Ну, собственно говоря, я буду писать код общий, то есть не вдаваясь в какие-то серьезные подробности синтаксиса этих двух языков. Ну, а задачу, которую мы решаем, я уже описал. Итак, если я собираюсь сложить числа, не пользуясь формулой арифметической прогрессии, мне понадобится, естественно, цикл, который я сейчас и напишу в двух вариантах на этих двух языках программирования. Итак, первая программа будет написана на C. Программа на C – это прежде всего функция. Синтаксически язык C ближе всех остальных языков программирования к фундаментальным принципам структурного программирования. Именно язык C стал квинтэссенцией идей, которые были придуманы в 70-е годы 20 века Никлаусом Виртом. И, собственно говоря, давайте я выпишу соответствующий код. Для того, чтобы вычислить сумму чисел от единицы до n, необходимо в программе на языке C создать несколько переменных. Они в языке C объявляются вот так. Ну, допустим, мы будем считать сумму до 100, это не имеет значения. И затем непосредственно выписать алгоритм, решающий данную задачу. Но перед этим нужна еще одна переменная, очень важная. Эта переменная будет хранить ответ. Я ее специально выпишу отдельно, чтобы она была заметнее. Это будет сумма чисел, которые я складываю. Ну и дальше появляется следующий код. Начну я с единицы, ну, поскольку моя задача сложить числа от единицы до n. Идти буду до n. Вот такой вот своеобразный синтаксис в языке C. Что называется, без пол-литра не разберешься. Ну и это действительно так. Язык C вообще более символьный, чем все остальные языки программирования. Именно поэтому он и стал таким популярным. Потому что на Паскале, а я сейчас выпишу код на Паскале, код будет гораздо, конечно, понятнее, но гораздо длиннее и сложнее. Язык C изначально создавался как язык очень символьный, очень сжатый, очень емкий. Из-за этого, конечно, пострадала какая-то наглядность кода, это безусловно. Но при этом он стал, конечно, очень компактным. Дальше, собственно говоря, вступает в игру логика. То, что я сейчас написал, это всего лишь перебор чисел от единицы до n. А как вычислить сумму этих чисел? И вот здесь, собственно, и начинается логика. То, о чем я говорил, что 80, а скорее всего 90% успеха при написании программного обеспечения – это умение решать задачу. А логика здесь такая. Что такое сумма чисел от единицы до n? Когда n равно единице, сумма равна единице.
Когда n равно двойке, сумма равна тройке. Когда n равно там пятерке, сумма равна 15. Как все это посчитать? Очень просто. Нужно каждую ранее вычисленную сумму просто наращивать на вновь появляющееся число. То есть моя программа будет перебирать все числа от единицы до n и потихоньку все эти числа будет добавлять к имеющемуся у меня нулю. В результате сначала к нулю добавится единица, потом двойка, сумма станет тройкой, потом четверка, пятерка и так далее. И постепенно я посчитаю сумму нужных мне чисел. Дальше, естественно, ответ нужно будет вывести на экран. В языке программирования C это тоже непростая запись. Это будет выглядеть примерно следующим образом. Уже много лишних символов, да, кажется, но ничего не поделаешь. И дальше программа на языке C будет завершена специальной командой return, которая, собственно, и делает язык C важным, опять-таки, еще раз. Дело в том, что программа, написанная на языке C, она не просто более символьная, более компактная. Ее не просто быстро писать. Эта программа еще и, ко всему прочему, очень надежная. Она позволяет проверить полностью, как она отработала, что она сделала, какие действия и как она выполнена. Вот такой, собственно говоря, пример кода у нас получается. Это пример программы на языке C. А теперь то же самое я выпишу на Паскале. Но я это сделаю в соседнем окошке. Для того, чтобы пример кода, который уже написан, остался у меня перед глазами. Так, не получается никак открыть мне параллельно еще одно окошко. Ладно, тогда я сделаю по-другому и покажу две программы рядом в блокноте. Итак, еще один пример кода уже на Паскале. Ровно той же самой программы в синтаксисе этого языка. Кстати, то, что я сейчас показываю решение одной и той же задачи на двух языках, должно также проиллюстрировать следующую мою идею. Я, рассказывая о программировании, уже сказал, в каком порядке языки программирования нужно учить. Это означает, данная цепочка, что именно синтаксис языка C нужно учить для того, чтобы понимать современные языки. Вы сейчас поймете, почему. Сейчас я напишу программу на Паскале. Она не будет совпадать с уже написанной программой, ну, практически нигде. Итак, начинается программа на C тоже с объявления переменных. Только в отличие от того, что я писал на C, оно выглядит абсолютно по-другому. Те же самые переменные, специально использую те же самые буквы, но слова новые. Вот так объявляются целочисленные переменные, с которыми я работал в C. Тот же счетчик и, то же количество n. Вот так я объявляю сумму. Тоже, как видите, все написано отдельно. Затем начинается программа. Вот здесь, конечно, язык C становится выигрышнее, нагляднее. Ну, begin и end, а не фигурные скобки. Сразу очень красиво. Сейчас сравним эти два кода, я их открою рядышком. Дальше я начинаю писать программу. Начинается она примерно с того же действия, что я делал на C. Затем появляется цикл. Он здесь выглядит вообще по-другому. Но кроме слова for тут ничего похожего нет. N, которое я здесь написал, тоже придется задавать в программе. Хорошо, хоть математика не зависит от языков программирования, иначе было бы совсем грустно. Вот тот же самый код, но на Паскале. Ну и остается вывести ответ на экран. Опять совершенно другая программа. Команда. До этого мы видели print, тут какой-то write. До этого были двойные кавычки, здесь одинарные. И вывод попроще. Вот как выглядит программа. Та же самая, абсолютно та же самая программа, но уже на языке программирования Pascal. Так, что-то я здесь не вижу. Отображение. О, замечательно.
Вот сейчас мы сделаем так, чтобы обе программки были видны. Вот, пожалуйста. Программа на C более компактная, может быть, менее понятная, это да, я не спорю. Но, безусловно, и этого нельзя отрицать, программа на C более компактная. Синтаксически при этом эти программы почти абсолютно не похожи, хотя логика в них абсолютно одна и та же. Это и есть программирование на разных языках. Нельзя, к сожалению, в современном мире просто так решать задачи на каком-то одном языке, потом переходить на другой. Слишком сложные могут встретиться вам задачи, которые вот вдруг вы когда-нибудь где-нибудь будете решать. И именно на основе вот этого синтаксиса, на основе синтаксиса языка C построены современные языки программирования. Если вы собираетесь изучать Java, C-Sharp, неважно что, вы должны прежде всего изучать именно язык C. Почему в школах изучают Паскаль? Почему, например, когда сдают ЕГЭ, спрашивают о Паскале, реже о знаниях языка C? Потому что считается, что язык Паскаль более академичный. Он все-таки проще, нагляднее. Но, к сожалению, на практике практически не применяется. Нельзя сейчас встретить задачу, которую можно было бы решить эффективно на языке программирования Паскаль. Да, есть такая система, как Delphi. Это объектно-ориентированный язык программирования Паскаль со всякими дополнениями и модификациями. Но и она потихоньку начинает использоваться все реже и реже. Сейчас в современной версии Delphi в программы, которые пишутся в этой среде, уже можно встраивать код на C++. Таким образом, язык Паскаль потихоньку уходит в прошлое. Это мало того, еще раз подчеркиваю, синтаксически на уровне текста современные программы больше похожи именно на код на C, а не на Паскале. Таким образом, если мы с вами говорим об изучении программирования уже с практической точки зрения, с точки зрения изучения синтаксиса языков, да, вдогонку к тому, что я уже рассказал, нужно отметить следующее. Первое. То, что мы с вами изучаем прежде всего синтаксис, а не логику, когда изучаем программирование, и поэтому логику тренировать нужно отдельно, на каких-то задачках, на каких-то практических примерах, на какой-то практике обязательно этому нужно учиться. Изучение синтаксических языков программирования прежде всего связано именно с языком C, а также языком C++, который очень похож на язык C. И дальше мы можем сказать, что мы совершенно спокойно можем изучить любой другой язык программирования, какие бы языки нам ни встретились. Вот, собственно, в чем заключается изучение программирования. Вот в чем заключаются основные проблемы. И в заключении моего рассказа, сейчас, как мы с вами договаривались, будет коротенький перерыв, после которого я буду готов ответить на ваши вопросы. Я хотел бы еще раз отметить, что программирование – это, естественно, научная дисциплина. А значит, учить в программировании нужно и теорию, и практику. И запомните, пожалуйста, практика здесь важна, но и теория тоже. Поэтому изучение программирования – это как изучение терминологии, логики, математики, так и изучение синтаксиса. Это очень важно. Значит, сейчас у нас коротенький перерыв, как договаривались, 5 минут, да? То есть вот сейчас у нас там порядка 15 минут, значит, вот до 20 минут 7-го. И после этого на все вопросы я буду готов ответить. Пока перерыв. Ну что же, давайте мы с вами продолжим. У кого есть вопросы по рассказанному, можно эти вопросы задавать. Так, ну что, вопросов нет у нас, я так понимаю, да? Аркадий, а у меня такой вопрос. Вы где эту программу написали? Так, ну, все правильно. Дальше эту программу необходимо компилировать, чтобы она заработала. Это только текст. Для того, чтобы эта программа работала, необходимо иметь компилятор, необходимо... А, ну вот, где C++, правильно. А какой версии, какой у вас Windows?
Windows 7, а версия Дева, наверное, 4, да? Ну, тогда все правильно, у вас программа работает, только она, ну, это не важно, 5.4, она у вас просто мигает и окошко исчезает. Так и должно быть. Дело в том, что в системе Dev C++, ну и вообще в программировании под Windows, Windows вообще уникальная операционная система по очень многим показателям, в частности, она несовместима сама с собой, да? Вот, как мы с вами знаем. Так вот, собственно говоря, консольное окошко исчезает мгновенно без задержки. Совершенно верно, так и должно быть. Дело в том, что в этой программе не хватает одной строчки. Я ее сейчас напишу, но, естественно, комментировать не буду, потому что это уже предмет курса программирования на языке C. Но действительно, все правильно, у вас просто-напросто окошко исчезает, так и должно быть. Так, еще вопросы? Да, ну, естественно, что я сейчас написал в восьмой строчке в левом примере, я не комментирую. Что-то я написал. Очень полезное, очевидно, для того, чтобы все заработало. Так, ну что же, если больше вопросов нету, то, соответственно, давайте подводить итоги, да? Итак, еще раз. Изучение программирования – это прежде всего изучение, естественно, научной дисциплины. Собственно говоря, дисциплины, связанные с написанием, прежде всего, алгоритмов, а не только кода на каком-либо языке программирования. Программирование – это также практика. Вот, собственно, у нас с вами есть два примера кода на языке C и на языке Pascal, соответственно. И это еще одна часть программирования, изучения программирования с точки зрения кода, с точки зрения практики, и этому тоже нужно учиться. В конечном итоге курс «Основ программирования и баз данных» готовит нас с вами к тому, что такое программирование, рассказывает об областях программирования, о том, какие языки программирования, для чего, где и как применяются. Это серьезный, интересный курс, идущий 6 занятий. В нем даже рассказываются небольшие примеры кода обязательно. И, естественно, дальше мы начинаем уже изучать программирование, изучать его начинаем на практике для того, чтобы либо работать, либо применять эти знания во время учебы, неважно, там, в ВУЗе или еще где-то. То есть, прежде всего, курс «Основ программирования» – это серьезная теория, готовящая нас к понятиям, связанным с программированием, с теорией этого курса. Ну, а вот, собственно, синтаксис – это практика. Да, естественно, Сергей, логика может быть натренирована, существуют специальные задачники, посвященные написанию программ, созданию алгоритмов, есть специальные учебники, об этом тоже вот в курсе «Основ программирования» рассказывается. Есть действительно возможность тренировать логику, есть даже, собственно говоря, курс по самой логике, по алгоритмам, он вот мною разработан, он тоже существует. Это курс, посвященный изучению основных видов алгоритмов, основных технологий программирования. Это стейки, деревья, это понятие алгоритмов суммирования, поиска, сортировки данных. Все это можно изучить, собственно говоря, вот на уровне именно теории. Да, да, все это существует.